Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть в Angrisser Mobile. И сегодня мы с вами будем пробовать пройти третий этап сюжета летнего фестиваля купальников. Поехали. Солнце, пляжи, это чудо. Вот теперь это действительно летняя вечеринка. Небольшая полоска пляжа вызывает у вас такие эмоции? Вы и правда дети. На мой взгляд, это словно гигантская мусорка. У меня с собой нет стульев и зонтиков. При такой температуре я точно поджарюсь. Не то, что я хочу есть, но нет ли здесь шашлыка из кальмара или рыбы? А сервис здесь так себе, верно? И самое важное, где же все накачанные спасатели? Здесь даже их тени нет. Ты все еще хочешь, чтобы тебя держал в руках накачанный спасатель и делал тебе искусственное дыхание? И кто это сказал? Вернемся к прошлой теме. Здесь действительно чего-то не хватает для настоящего отдыха. Верно. Может быть, если здесь немного продумать... А, все здесь немного продумать, станет получше. Хе-хе-хе! И я обо всем подумал. Взгляните-ка на мою секретную магию. Гарри Поттер, мать его. Духи веселья, услышьте мой приказ. Даруйте нам счастье. Архимаг Хейн, магия летнего карнавала. Да. Ух ты, вдруг перед нами появился летний пляж. Это невероятно. Ты настоящий архимаг, Хейн. Позволь мне выразить тебе свою благодарность. Хоу, ха-ха. Это похвала? Можешь повторить? Я не расслышал как следует. Эй, успокойся. Пара хвалебных слов, и тебя уже понесло. На, пара. Да. Кроме того, не все получили то, что хотели. Где мои накачанные спасатели? Ты сейчас наговоришь, Аников. Тебе оно нужно? Ребята в коротких шортах, все такие мускулистые. Где они? Хейн, поторопись и создай их. Какой необоснованный запрос. И каким образом я могу сделать что-то подобное? Хе-ха! Ребята в коротких шортах, все такие мускулистые. Где они? Соблазнительные шорты, идеальные мускулы, тело как из стали. Такое лето точно должно запомниться. Давайте же займемся упражнениями, красавицы и красавцы. Братишке Адону и братишке Джонсу такое нравится. Ой-ой-ой, и это плохо. Магия, создавшая наши купальники, должно быть, призвала их и этих ребят. Зачем ты все время призываешь братьев Аники? Ты это специально? Плохие дела. Не хотелось мне увидеть здесь Аники. Хейн, разберись-ка с бардаком, который ты натворил. Мы пропали. Если они нас поймают, нам конец. Мне пришлось сделать 798 645 отжиманий и приседаний, прежде чем удалось убежать из портала времен. Разрыва. Попросите меня, Мэтью, помоги мне их задержать. Думаю, у нас будут крупные неприятности. Братец Джонс, ты готов? Подари им невероятную, мощную, интенсивную, ужасающую взрывную тренировку. Ха! Будет сделано, Адон. Тренируйся, что есть мочи ради нашей королевы. Да начнется разминка. Ха! Королева, ваше мнение?
Я в полном недоумении. Нет, похоже, что у меня все мускулы начинают дрожать. Эти ребят поразительны. Так как считаешь, Луна? Я считаю, что не позволю извращенцам испортить мои каникулы. Ха, давайте навсегда избавимся от этих извращенцев. Извращенцы. Итак, что мы имеем против нас? Слизи, 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 слизи. Ой-ё, много слизи. Очень, очень много слизи. Ясно, значит, здесь Крис и Леден будут отлично парой. Так, и сам Аник. Один Аник мечник, второй Аник стрелок. Дальность вроде небольшая, да? Ну и ясненько. Берем, значит, мы фанатиков, наверное. Ну что? Ладно. А что у нас вообще было? Так, фанатики у нас, когда ХП выше 80, защита атака восстанавливается, да? Увеличивается. А у экзорцистов в битвах против демонов атака увеличивается. Все, тихо. Так. Значит, так оставим. Так, давай. Крис Хемфорд. Коняшку оставим против Аника мечника. И против стрелка уже просто так толпой. Ну, мыть пускай остается. Хотя без хила что-то как-то не хочется, да? Давай хила возьмем. Помчалось. Да, помчалось. Так. Чего? Так, сразить Адона и Джонса. Так. Ну, в общем, надо постараться, наверное, по-быренькому прорваться к ним, да, и завалить. То чую, будут они появляться и появляться, эти демоны. Ладно. Поехали потихонечку. Ну да, кстати, и хиллер будет тоже вполне неплох против этих слизничков. Ой, кошмар. Это что такое было? Они еще и портуют. Весело. Ничего не понимаю. Ладно. Окей. Поехали. Так, здесь он сколько пройдет? Тогда, значит, вот. Да какая разница, пускай нападает. Бум. Минусовали. Не будем мы танком лезть, да, пока. Постоим, подождем. Сейчас. Леден там разберется. Быстренько тогда попрем. Ох ты, ёшки-матрёшки. Все, я понял. Я чё-то не посмотрел, что они, оказывается, вон что могут делать. Однако это было интересно. Ладно. Сейчас мы все исправим. Так, давайте кардинально, значит, попробуем поменять пати. Ну, как кардинально. Не то чтобы совсем кардинально.
Так. И, блин, я даже не знаю, Шерри, что ли, попробую взять. Ну, давай попробуем. Ну, как-то так, что ли, попробуем. Поехали. Не знаю. Шерри хватит. Сила-то он убивать их. Что у них по защите? Защита у них 226. Да нет, у меня Шерри не хватит. Очень интересно, очень интересно. Ну ладно. Посмотрим. Ну, давайте сейчас как раз и проверим, насколько Шерри нам хватит. Ну, молнии хватает. Что-то как-то не хочется рисковать, да? Поддержки нету. Не будем, наверное, рисковать. Что-то как-то я подочковываю. Не хочется заново опять начинать все это. Непонятное непоняшество. Без подстраховки не будем, да? Не будем рисковать.
Прыг, 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 прыг. Сейчас подстраховка есть, попробуем. Нормально убивает. Можно не бояться. Итак, значится. Стоп. Угу, не достанет, отлично. Мы пока не полетим вперед. Да. А то еще, не дай бог, в самый неподходящий момент появится какая-нибудь слизнюка. Вот это будет вообще не круто. Идем потихоньку, чё? Какой там у нас ход-то? Надо еще за ходы уложиться, блин. Братец Джонс, не смеши меня, прояви гибкость, покажи прекрасные мускулы. Хи-я! Их движения меня впечатлили. С такими мускулами они подняли тренировки на новый уровень. Ух ты ж. Ух ты ж. Что мы умеем? Так, ладно. Вот так здрасте. Отлично. Съели. Супер. Жбинкнули. Отлично. Прелестно. Так, это нам все не нужно. Такс. Что мы тут имеем, значится? Ничего хорошего. Не достанем, да? Но что мы сделаем? Мы потихоньку... А, стоп. Стопы. Угу. Угу. Угу.
Ладно. Тогда этот. Угу. Тогда вот так пойдем. Этого заберем. Потом вот этого заберем. И этого заберем. И все же, что у нас там по ходам? 7.15. Не очень круто. Надо бы сейчас подобраться к Канику, да, и завалить его. Доходим, отлично. Так. Сейчас. Надо бы успеть, да? Точно не успею. Ладно, сейчас постараемся. Сейчас. Более-менее всей толпой соберемся. Угу. Так, атака есть, давай поехали. Я хочу его убить с одной атаки. Супер, отлично. Спасибо тебе, Рэйчел, спасибо. Все, поехали. Такс, с одним разобрались, да? Так, не лезем. Ну и вот, и мы, считай, уже объединились, тут уже будет попроще. Теперь надо на скоренькую лететь ко второму Анику и уже его съедать. Здрасте. Так, нафиг отсюда. Отлично. Так, сломали. Тихонечко, аккуратненько идем. Так. Раз, два, три, четыре, пять. То есть можно стоять вот отсюда, да? И раз, два, три, четыре, пять к нему. Бах. Тогда, значит, так сделаем. Потихонечку полетим. Полигонечку. Давай даже, наверное, на атаку бафнем. Будет. Может даже получится жахнуть с одной атаки. Так, ладно, пробуем атаковать.
Если что, слоем до нас не дойдет. Но если не убьется на атаке, будем надеяться, что второй ход сработает и добьем. И отлично. Супер. Ребята, великолепно. Не очень люблю я такие на самом деле миссии. Проще уже, где проще воевать, надо подумать, как правильно повоевать, чем нежели думать, как увернуться от тех, кто тебя может сваншотить. Нас одолели, но все же отличное тело, бро. Мы помогли молодым ребятам потренироваться. Ее величество наверняка довольна. Они исчезли. Думаю, это еще не конец. Что братья Аники сказали о королеве? Да. Лоды, окей, хорошо. Что ж, так, что у нас тут? Наконец-то мы изгнали этих чокнутых качков. К счастью, они не сумели испортить нам атмосферу отдыха. Тем не менее, то, что они говорили о королеве, это вызывает беспокойство. Мне тут вспомнилось. Хейн сбежал. Призовем его обратно. Упс, это урчал мой живот. Простите. Ха, похоже, мисс Луна проголодалась. Наконец-то я могу вдоволь позагорать, да? У вас есть лосьон для загара? У меня нет на это времени. Прежде всего, дайте мне 10 шампуров с шашлыком из кальмаров. Скорее! Угу, хорошо, приготовлю их сейчас же. Похоже, все уже забыли, что произошло с королевой Аники и Хейном. Пока что можно забыть про этого шутника-призывателя Аники. Не будем больше тратить время и насладимся отдыхом. Наслаждайтесь. Что ж, надеюсь, это видео было полезным. С вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.